Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Американский панчер Эдгар Берланга следующий бой пройдет против Стива Роллса. Поединок возглавит вечер бокса Топ Рэнк 19 марта в Madison Square Garden, который покажет ESPN. Василий Ломаченко обвиняет других топ-звезд легкого дивизиона в том, что они не хотят проводить с ним поединок. Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной. Катман Василий Ломаченко Рас Абнер не понимает, почему украинский боксер до сих пор не сразился за титул. Исходя из того, что я работаю с Ломой и что он мне нравится, не надо неправильно трактовать, что у меня нет никакого уважения к Камбосусу. Я его уважаю. Я считаю, что Джош выдающийся боец, источник вдохновления для андердогов благодаря тому, что он сделал. Но Лома заслуживает это право. Король заслуживает снова сразиться за трон. Если кто-то в боксе заслуживает еще один шанс, так это должен быть он. Когда я смотрю на историю, то бойцы оказывались в нокауте и получали реванши. Лома не может получить реванш или титульный бой. Уму непостижимо, как лучший боксер нашего поколения, лучший боец со времен Роя Джонса может не получить еще один титульный шанс. Как такое возможно? В этом нет смысла. Аналитик Пол Малиняджи объяснил, почему Джермалл Чарло крайне опасен для Сауля Альвареса. Накануне стало известно, что стороны боксеров договариваются о поединке. Если честно, мне очень нравится идея такого боя. Я давно говорил, что Чарло, на мой взгляд, один из тех, кто способен побить Канело. Он и Андрейд, который, впрочем, уже не такой опасен, как раньше. Но Джермалл – серьезная угроза, думаю, что он победит Сауля. И большое спасибо Альваресу за выбор такого соперника. Когда Чарло правильно настроен, он очень острый. Он отлично работает в ответ. Имеет мощный удар. Это хороший боец. Журналист Шон Хьюз сравнил Геннадия Головкина с Эрлом Спенсом. Спенс не крупный панчер, в том числе из-за весогонки и физической подготовки. Он умеет боксировать, однако это построено вокруг его физики. Он не такой ловкий в защите или в нюансах в атаке, как Головкин. В нем нет спецэффектов, но его джебы и его удары по корпусу вот это есть. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.